Рәхмәт. Рәхмәт, хәзерге сәхнәдә. Кызларыбызны чакырам. Нурия Мөхәммәтҗанова, Альфия Шәрәфетдинова, Медина. Ансамбль Медина. Мы когда были в Иордании, и нас повезли в город Петр, это вот седьмое чудо света, такой красивый. И у нас очень много там везде растаскивали, снимали на телевидении, на всех площадках, вместо 5 концертов, у нас там 10 концертов было во всех городах. И приехали хоть посмотреть на Петру. Идем, а там такие древние театры красивые. Вот город вообще, этот город камней изумительный. И вдруг к нам подходят женщины на арабском. Фирка Медина, Фирка Медина, пойте, пойте, пойте. И вот мы встали в этом театре. Вот все такое, акустика живая, и запели. Это чувство, конечно, было вот как сейчас. С вами. Вам аплодисменты. Просто я благодарна. В Москве мы сочиняем песни о Москве. Я пою с Маратом Башаровым, у нас проект. Много песен мы записали, наверное, вы видели в интернете, по телевидению эти песни. Надежда Бабкина поет по-татарски тоже, я ее научила. И Варя Каримович Алибасов с группой «Нана». Тоже татарский язык пропагандируем. Делаем свое хорошее дело. Вот, и одна из песен сейчас прозвучит, которая называется «Бір полык». Мәскеу татарлар турында. Айдайсы. Найсы пока, Римба, сюзя.